Добрый день. Сегодня у нас головоломка компании YJ, которая называется самим производителем Xing Куб. Ну, а торговое название это Star Куб, Куб Звезда, что-то вот такое. Коробочка стандартная для YJ, Young Jung Toys. Открываем. И видим такой вот пластик. Сняв его, мы достаем саму звезду. А в глубине там точно такой же кусочек, видимо, пластика. А, не такой же, но похожий для фиксации. Инструкции здесь нет, но нетрудно догадаться. Опять же, это Shape Mode кубика 3x3. И наиболее он похож, наверное, все-таки на сердечко. То есть, по сути, это кубик 3x3. И собираться будет по похожим принципам. Причем по самой головоломке это явно видно. То есть вот у нас выделены три слоя. А, и четко различимы вот это центры, надеюсь. Да, центры. Ага, здесь центр вот такой. Здесь центр вот такой. Не совсем стандартный. Ну, сверху, снизу, центр простой, симметричный, и это хорошо. Я надеюсь, что он симметричный, что если вспомнить сердечко, то здесь вот этот квадратик, если его повернуть на 90 градусов, он будет выпирать, то есть стоять неправильно, а значит он абсолютно несимметричный. Причем сердечко, это была моя, наверное, первая головоломка, которая являлась шейп-модом кубика 3x3. И тогда, без какого бы то ни было опыта, я очень запутался, расстроился, она у меня даже рассыпалась, я кое-как механически собрал, и то неправильно. Только спустя несколько лет, ну, 2 или 3 года, и сотни других головоломок, я ее вновь достал, посмеялся, как это я тут мог что-то над ней ломать голову, собрал и положил обратно уже собранную. Но вот эти вот центры, которые надо правильно ориентировать, эти вот одинаковые ребра, которые могут создавать трудности, куча похожих одноцветных элементов, то есть вот у нас одинаковые углы, вот одинаковые углы, то есть все это может приводить к псевдопаритетам. Не помню, как они там были на сердце, собирал давно, но на звездочке, что мы можем увидеть. Если рассматривать вот этот слой, то у нас вот эти два ребра похожи, вот эти два ребра тоже похожи, они симметричные. Причем такие же ребра у нас с нижней стороны, и тут, и тут. Вообще верхний и нижний слой, они идентичны, ну, только зеркальны друг к другу. А если есть похожие элементы, это значит... Жди псевдопаритетов. То есть, как бы, ситуации, которые невозможны в кубике 3x3, но если что-то где-то поменять местами, то все получается хорошо. То есть, каких-то отдельных алгоритмов для решения этих псевдопаритетов не потребуется. Ну и поскольку это кубик 3x3, да, здесь можно сделать 6 пиф-пафов, и все вернется на свои места. При вращении головоломка будет менять форму. Ну, давайте сделаем пиф-пафы, заодно оценим вращение. Вращается, ну, пока посредственно. Центр отвалился, позже найдем. Да, сколько? Не помню, сколько было пиф-пафов, но продолжаем. И вот. Ну, заодно мы видим здесь, как выглядит центр внутри. И вот отвалившийся кусочек, который, ну, видимо, не очень крепко держался. Головоломка не приработанная. Она не особо новая. Ну, собирать можно. Не самый сложный шейп-мод кубика 3x3. Но на вечерок, на разок
Я думаю, можно собрать. Благо центры вроде бы симметричные. А значит, все должно быть хорошо. Обычно вот в этих центрах бывают трудности. Я как бы поставил себе цель собрать все виды шейп-модов, лишь бы они были интересны. Ну и по возможности буду делать на них обучающие видео, как только буду уверен, что достаточно много сборок сделал на каждой модели и увидел все возможные ситуации. Такая вот была звезда. Ее можно даже ставить вот так. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.